Всем привет! Сегодня я вам покажу быстрый и простой способ вязания объемного сердечка крючком. Оно получится вот таким маленьким, но если вы будете использовать толстую пряжу или плюшевую, как в данном варианте, оно получится вот такого размера. Сюда также я сделала кисточку вот такую. Ссылочку на мастер-класс по изготовлению кисточки я оставлю в описании, так что заглядывайте. Такие сердечки станут отличным подарком ко дню Святого Валентина. Также это могут быть подвески, брелки, аппликации для украшения одежды. Также можно украсить игрушку, ну или на ваше усмотрение. Давайте начинать! Начинаем вязание. Я буду использовать вот такой акрил дешевый. Он плотный, хорошо держит форму. И крючок у меня номер 3. Я делаю перекрут. Таким образом формирую узелочек. Набираю 7 воздушных петелек. 3, 4, 5. 6, 7. Со второй петли от крючка, то есть одну петельку мы пропускаем, мы вяжем столбики без накида. 2, 3, 4, 5, 6. 6 столбиков у нас получается. Далее делаем одну воздушную петельку, поворачиваем вязание и провязываем также 6 столбиков без накида. Также воздушная петля подъема, поворот, провязываем 3 столбика без накида, то есть ряд мы не довязываем, делаем воздушную петлю, поворачиваем, вяжем опять 3 столбика без накида. Одна воздушная петля, поворот вязания, на этот раз мы вяжем 2 столбика без накида. И сюда в последнюю петельку мы провязываем 3 столбика без накида в одну петлю. 2, 3. Вот так у нас формируется такое закругление. Далее, где у нас был столбик, мы вяжем столбик без накида. Вот сюда, в этот уголочек, мы делаем соединительный столбик. Далее мы провязываем 2 столбика без накида. И в последнюю петельку вяжем 3 столбика без накида. То есть у нас формируется закругление, это вторая половинка нашего сердечка. Далее мы вяжем столбик без накида, сюда в уголок мы провязываем 2 столбика без накида. Теперь вот эту ниточку мы будем ввязывать, мы ее вот так прикладываем. И провязываем столбики без накида. 2, 3, 4. 4 столбика без накида. И вот мы подошли к уголочку. В уголочек мы вяжем 3 столбика без накида в одну петельку. Вот так.
Далее мы опять вяжем просто столбики без накида, и должно быть 4, 3, 4. Ниточку как раз мы ввязали, и все. Теперь делаем соединительный столбик. Готово. Теперь вяжем второе такое же сердечко. Я связала 2 сердечка. Теперь их нужно соединить. Прикладываем изнаночными сторонами. И теперь просто провязываем соединительные столбики. Вот таким образом. Я взяла крючок поменьше, так как пряжа плотная, таким крючком это будет сделать проще. И вот так я провязываю соединительные столбики почти до самого конца, оставляю небольшое отверстие для набивки. Набиваем и довязываем соединительными столбиками. Я буду набивать холофайбером. Вот такое объемное миниатюрное сердечко у меня получилось. А теперь я вам покажу еще один способ обвязки. Точнее, в том случае, если сердечко у вас одного цвета, обвязку вы хотите сделать другим. Дело в том, что если вы будете делать соединительные столбики, то на одной стороне у вас будут такие некрасивые штрихи, как я думаю. Ну, вы можете попробовать, я уже пробовала, мне не понравилось, так что другой вариант. Я вот здесь вот в уголочке буду их соединять, начну отсюда. Вот так. Ниточку присоединяю. И начинаю вязать столбики без накида. Вот таким образом. Давайте довяжем, набьем и посмотрим, что получится. Вот такое интересное сердечко у меня получилось. Но я хочу отметить, что если вы будете использовать ниточку, которая сильно тянется, то вот такие дырочки будут, а это не очень красиво. Поэтому в таком случае очень даже подходит дешевый акрил. Можете сравнить. Вот такие сердечки у меня связались. Если они вам понравились, обязательно поставьте лайк. Остались вопросы, пишите в комментариях, я на них отвечу. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.